покушать. Ну, как в смысле в KFC? Ну, дома я жрал. Ну, блядь, да. Чё, ты чё пожрал? Купил 3 или 4, 4 или 3, не помню. Ножки, короче, куриных нахуй. Оригинальных. Потом купил 6 крылышек острых. Причем там, блядь, 6 крылышек нахуй было, блядь, 2 ноги нахуй. И 4 крылышка. Потом купил чизбургер. KFC чизбургер, только делюкс, здоровый. И, блядь, этот нахуй. Ща, чё ещё? А, и картошку по-селянски. И 5 соусов ебанул. По-селянски, блядь, кого нахуй? По-селянски. А зачем ты мне пишешь в личку? Да я случайно, блядь. Если в доте нажать Enter и Tab, то ты можешь писать тем, кому писал недавно, то бишь тебе там или еще кому. А, картошка деревенская, понял. Да, ну, деревня это село, село по-украински. А село от слова сало, поэтому свинин выращивают где? В селе, блядь. Соответственно, сало нахуй, вот из-за того, что от село. Блять, какая же игра пиздатая, пиздец. Согласны? Да, сейчас был кэш поднять. Я 2 знака вопроса собрал уже. Ты скрипты, нет? Я 3 соберешь. Че еще машинки купишь? Да, машинки, блять. И самолетики и полетаю, и да, ВХС, братуха? Потом в отеле отдохнешь, и стояки все заешь. И фанты попьешь. Да. И Арл новенький купишь там, вон, экран за 2000. Машинки купил, кстати. Ну, я же говорил, машинки самые любимые. Все, опа. Телепортишь нахуй на Apple тупо и на Nokia. А, пидор ебаный, да? Блять, я готов левую букву поставить, что он на следующем ходу соберет American Airlines. Знак вопроса. А, Макс, смотришь, у Пикпол, короче, написано, не может быть выбрано целью Assassin's Medal. Получается, что это контра. Бля, шейкера собрал, падла. Тебе на кунку гоним чисто? Меня медуза, блядь, с лоу-граунда миссует 20 тысяч раз, я ебал ее, блядь. А нахуй ты себе адик, блядь, купил? Ты на что-то надеешься, типа, ну, ты вот так, типа, ну... Тебя ебёт нахуй интересный... еще. Телепорт такой интересный сделал, как будто нахуй я тебе эту лакосу когда-то за что-то отдам. Рома, блядь, ты... Пидорас, блядь. Рома таким же счетом, как и этому черту ебаный нахуй Airlines. Сука, блядь, какие вы нахуй безнадежные, блядь. Ты сам будешь без денег. Рома, ты сейчас фанту попьешь, сходишь, блядь, и это, вылетишь, все нам отдашь. А я Сантору пью, фанту не пью, нахуй. Рома, ты особо не пишешь, ты знаешь, чтобы стать нищим, надо буквально 2 раза кубик кинуть. Не, чтобы стать нищим, достаточно один, блядь, нахуй этот самый. Тихий купить. Это где я? Блин. Чтобы стать нищим, достаточно быть полым. И все. Неправда. Неправда. Ты вчера обнищал за 2 секунды. С 50 тысяч, блядь, до нуля. С 340 тысяч до нуля. На самолетиках покатался, блядь. Смотри, самолеты нынче дорогие. Пидорас. Блядь, фанту попил. Ну ничего, тут 160 всего. Да, да, 160. Пока это, хату не приходится продавать. Чем? Там БКБ еще будет. Не-не-не, в пизду. Я у тебя же кирей есть? Не-нет. Проклятие KFC. В смысле отказался от участия? Я не отказал. А, он купил или он не купил? Если у тебя денег нет, то ты не можешь. А, у меня не было. Сука, блядь. Рома, это к счастью. Блядь, все, кто покупает KFC, все сдыхают. ВХС проебал, когда KFC купил. Я проебал через 2 года, как KFC купил, реально. До этого у меня было 30к.
Я купил KFC, бля, там казалось бы 2500 стоит, а на деле оп, нахуй, 0 гривен в кармане. Олег, ты можешь мне лакосту продать, если чё. Если хочешь Apple купить. Арл. Шикер. А вон, бля, смотри, что у меня шикер делает чисто. А, самолётики, да, братуха? Вайнс. Блядь, какой баш, сын говна, нахуй. Пидор, блядь. Хорошо. А, блядь, это... Улис Лотар. Ебать, дерьмище, нахуй. Опа, Радисон. Ха, 300, ебать, поехали. О, нахуй. Ты нужен должен, блядь. Бля, KFC реально, да? Не-не-не. Только каждый раз, блядь, какая-то такая хуйня была. Блядь, я могу просто так, блядь, типа. Ну, в принципе, мне образ просто не нужен. Да ебаный. Есть, ебать. Прилетел на KFC, все, блядь. А чё? Не на хуя. Та-та-та. Помните, да, что? У меня просто нету успеха. А, еще, блядь, последние деньги. А ты можешь этому террору дать? Чё, Рома, под полу еврейскую музыку 10 часов играем, солнышко? Да, чё? Уважаемый. Я тоже под музыку ебашу, кстати, застримить? Давай. Как это сделать, блядь? Только вас шлёпает, нахуй. Ой, блядь, ревнул, у меня кофе наружу полезло. Реально? Да. Ёб. Шесть один. Хуяк. Кока-кола. Чё, Хигерс, забираем. Хигерс. Отдаём. Самолётики, да? Да. Второй раз, кстати, да, в ряд встаёшь, нахуй? Да. А чё, ты застримил, не? О, застримил. Смотреть стрим. Пиздец. Ой, как охуенно. Ёбаный лоу-граунд, Макс. Я с лоу-граунда 20 раз миссую, блядь. А у меня ещё 5 таргетов. Купим КБ. Да надо бы, блядь. Не-не-не. Тебе нужен сатаник медуз вместо маски. Не надо мне такие все ебаные. И БКБ, кстати. И БКБ, и сатаник, она будет солдат. Она будет один тим миссовать с лоу-граунда, я, блядь. Ну и БКБ еще купить. Маш, нахуй. Я тогда миссанул трижды, блядь, по челу, у которого был Болторен, нахуй. На котором висел Болторен. Я был с лоу-граунда. Бил с лоу-граундом, ты понял, блядь. Я миссанул три раза, блядь. Да. Алло, ты ходить будешь, или ты ищешь кого наебать, братуха? Да, тебя сейчас наебу. Ты денег нет, чтобы наебывать, братуха. По-моему, тебя наебали. Где твои деньги, блядь? Давай бабки, солнышко. Блядь, героя хролю. Пидорас, блядь. Осталось купить бабочку. Нахуй, на пора. Так, я тебе могу дизолятор отдать. А, давай, Витя. Паланду хлебай. Второй потом купишь. Путешествие. Давай, да, Рома, у меня к тебе бизнес-приглашение. Да ты шо, нахуй? У тебя денег нет. Ты ему даешь все, он тебе ничего. Ты с этими бизнес осторожнее, нахуй. Он чела на процессор заскамил. Да. Да, предложение, нахуй. Ты ему видел карту, он тебе хуй в рот. Поехали, нахуй. Мы проебали с тобой, если что. Я же в курсе. Кто мы, блядь, нахуй? Ты проебал. Чел, ты сейчас на самолетиках на этих, полетаешь. А, косарь 800, косарь 9. Ясно, блядь. Ничего, сейчас бабки нахуй появятся, я камбэкну. Все нормально, это инвестиция в будущее. О, медуза. О, медуза в соло получается. Неужели?
чистый штурм бедрога с одним пулевым кидом. Мало. Ты пошел нахуй тогда. Опа, первый клиент приехал. Чё, солнышко, самолётики, да, хуесосы? Ну, не пидорас, блядь, не базары, нахуй, кучеряло, блядь. Самолётики, да, братуха? Да, я только по бабкам камбэкну, блядь, я нахуй, ты на них 30 раз станешь, блядь, пидорас. Давай, сука, блядь, 700 есть, нахуй. Да, Макс, мне гейм выпал. Хорошо. Ёбаные пидорасы, блядь. На, в клетку, нахуй. На, нахуй, в клетку, блядь. Я не знаю, клетки. Насколько мне выгоднее будет тут отсидеть. О, ты блядь. Деньги за круг не будешь получать. За круг не буду, да, но вы ж будете на моей кружке вставать. Один хуй дадок, и никто не встанет, кроме меня никогда в жизни. Опа! Я сейчас встану. Вот смотри, есть пятихаточка, есть нахуй. Да, мы KFC теперь ради принципа всегда доджить будем, правильно, нахуй? Опа, уехал. На, нахуй. А, так ты сейчас еще денег получишь. Уехал. Вот конем получается. Машинки, да, солнышко? В смысле, чё? Машинки. Покатался. А кто машинки? Кто купил? ЧХС на машинках покатался на моих. А, на твоих? На такси. Сейчас Nokia, блядь, попадется. Самолетики надо. Да у меня весь прокат отдал машинки. А нахуй ему это Nokia, если он все равно не может ее купить. Так он уже. Блядь, что из этого охуенно? Макс, 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 возьми, короче, медузу и дай ей тупо два слаб, так, чтобы она влетала в хату. И айон. Ну, блядь, поле пропало, и, блядь, я туда встал, класс. И ты нахуй туда встал. Так я бы его еще купил. Блядь, я даже здесь три раза умудрился не сынуть, блядь. Продай пику, купи МКБ, зачем тебе эта пика нужна? Продам, блядь, молнии ебаные. И куплю. Или молнию продай. Вообще, по сути, только гоним дать ей. Бля, Макс, кстати, если такая вот шмотка, она шмотки ворует. Машинки, да, пидор? Да, я пидор, машинки, блядь. Солнышко. Пидор, на машинках, нахуй. Бля, почему я готов жопу поставить, что сейчас ЧХС на следующем ходу купит пепси? О, вернул, да, солнышко? Что-то... Вернул, блядь. Ничего, ты ее сейчас заловишь опять. Держи курсе, пидорас. На, нахуй, 560, приятненько. Приятненько! Очень приятненько даже. Опа, сука, опа. Пидор на машинке, да? Сначала покушал, тебе на такси поехал, да, братуха? А, пидорас. Я не успел ничего прожить. Грому денег не, блядь. Кстати, да. Да. Не уверен, что это выгодно. Сколько я буду получать, если на пепси будут вставать? 140. А ты чё иллюзий БКБ ты не купил? А-а-а. Ты дебил, продай пику, купи БКБ. Оно у тебя встанет, стоит полчаса, она... А, так подожди, так все равно нахуй ЧХС ёбаный не выкупит, блять. У него бабок нету, нахуй. А бегемоту, блять, без этой самой, блять, как подарок, типа, отправлю, нахуй. Какая лягушка, спасибо, блядь. Спасибо, братуха. Так, да, чё, братуха, ты готов менять свою лакосту? БКБ пена надо тебя, я же скажу. Ещё нет, надо... Надо тысяч пять на парике, надо... Да, она не сквозь БКБ работает, ты чё. Сейчас круг дойду до конца, блять. Если 5к будет, тогда нахуй подумаем. Похуй, я возьму твою БКБ, ёбаная, но потому что я так захотел, блядь. Да-да-да, братуха. Держи в курсе. Это, типа, главарь может менять стоимость, типа, 20, например, на 23к поменять? Не понял. Ну вот, я наступил на Шинель, заплатил 20. Можно сделать так, чтобы я платил 23? Это может поменять тот, кто стоит? Нет. Не-не-не. А там все фиксировано. Ту-т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 у-
Да пидорасы. Мы вообще на первом месте тут стоим. В смысле, я боец мужчина, боец на плаву. Пенный, запомни. Все могу тебе дать, принесите надо. Кого? Актерина, Актерина. Сука. Ой, сука, да блядь, машинки, да? На нахуй. Опа, Хьюго Боссик, да, улетел нахуй? Есть. Да у меня вообще все равно не было бы монополии, я хуй знаю, чего ты очкуешь так. Опа. Ой, Ауди или Мерседес? Мерседес, никогда ты сказал. Ауди. Мерседес. Купи на всех. А где твои деньги? Я не знаю, мне походу разработчики жмут. Я, сука, пытаюсь Рому наебать. А, меня, да, сука? Твоё диск, это знак, что надо выйти. 1000 рублей, блядь, за машинки. X2 цену делаешь, тогда возможно. Пошёл нахуй. Там 400 гривен докинуть надо. Не, бегемот, проще, блядь, дотерпеть, когда я буду готова коста отдать, нахуй. И как раз свои бабки туда залынешь. Не-не-не-не-не, ну... А, подожди, чё, блядь? Он тебя наебать пытается. Да я вижу, блядь. Я вижу, нахуй, лол. Не, чё, блядь. Ты через ход будешь на коленях просить, чтобы я тебе бы денег дал. Я, блядь, вот попрошу на коленях, тогда нахуй подумаем, блядь. Чё, отель или машинки? А, не, нихуя. Там эти инвизы всё покупают. Зачем-то. Блядь, ебаный булик просто не выпускается сам. Я ебал этого персонажа, нахуй. Чего, блядь, то есть... Говна, нахуй. Макс, ты видишь, блядь? Я бесплатно выбрал, блядь, телепорт, и меня нахуй... Я вижу, как я наваливаю. Ты меня на ноги, да? Блядь? Ну да. А, я не бедовал к этому стыду. Бидор, блядь. Так мне надо продавать его, нахуй. Блядь, а сарь, ты бесили? Это я едал бесили. А сарь, два лакоста, мэр. Нет, ты мне весело бесили. Да, ты бездарность просто. Клоп, ёбану, наклейка. Тихо. Прищепка, блядь, карманная. И даже не боясь, начнём с этого. Просто клоп. Шо, блядь? Дай деньги. Опа, скипай на бегемот. О, пизда. Ну вот ты сам, нахуй. Ты сам, блядь, ну. Это судьба. А чё тебе надо? Я могу тебе скинуть сам фрагмент. Будет стол. Ой, ты вот думаешь, что у тебя, блядь, снизу, блядь, так охуенно всё, блядь, ну. Ну. Должен понять, что я такие в себе. Бля, может дать медузе рефреш или на себе? Да, да, ты что думаешь? Можно. О, у меня рефрешеры выпал, могу себе. Давай. Я даже закатываю чисто. Чё, бегемот, оборовываешь нищих, брат? Бургер Кинг строит, дрюза. Ой, пока я не оборовываю, братуха. Так бы на самолётике это не полетать сейчас. ЧХСовских аэрлайнсах. Апа и Макдаки и KFC или что там? И KFC и Макдак нахуй. Такого лапки, он, блядь, сейчас встанет на мое поле, блядь, не за лапку. А сейчас на мое станет, когда Сартриса будет должен быть. Главное мне на его не наступить. Хорошо, блядь, соси жопу, пидорас. Это, кстати, ни слова ни разу не скрипит, я вам напомню. Да, не скрипит, это, кстати, будет. Да, ни разу не скрипит, все правильно. Бля, в портал, попасть на портал, это самое имбовое. Не-не, ты пока не апай, это ошибка будет. Не-не, ошибка не будет, братуха, апай нахуй. Не, будет, братуха. Не, я думал... Думал, что я по свету попаду. Я думал, на самолетиках сейчас по скриптам полетаю, и пизда. Испугался. Я походу.
Пидоры, блять. Да парашу нахуй. Да нахуй. О, Макс, смотри, что выпало. Надо? Мне тоже. Мне весь уже. Бля, ты тогда с ролью. Так медузи бардак. Блять, Макс, мне выпишет трикет, я могу еще кладать твоему. Блять, оооо. Призвинки? Не, я хочу. Блять, хуйня. Ну я могу чистую призму дать. На призвинки. А мы деремся. Оп. Бля, пикпо выпал, ебаный. Надо ролить. Орба выпал, ебаный. За плохостью никуда. Ты можешь, кстати, еще лук выбить еще там. Тоже неплохо. Короче, взял тупо омникиш, я ему дам две шмотки и будет на фатальности. А где мой шейкер? У меня там глина вообще нормально сует. Только я не помню, где мой шейкер. Думает, кого наебать. Так, меня медуза сдохла и из змейки перекрыли, у меня фумана по итогу. Опа, заебись стал. У меня лид, там 6-3 комбо не это. У меня ТБ вообще загоняет нахуй. Хорошая нахуй, это самый хороший выбор. Обдуманный, я бы сказал. Опа! Опа! Пизда. Главное, что не тебе, гнида ебаная нахуй. Так, что тебе? Чё, Рома, на коленках уже будешь стоять сейчас? Проси бабу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. 10 годы не хватает. Чё, Рома, на коленке встаёшь? Да. Сейчас ещё один клиент приедет. Сейчас ещё один приедет, нахуй. Да, да. Главное мне второму не стать, блять, нахуй. Опа, сюда, обратно, блять, кэшбэком. Главное этому не стать. Хорошо, блять. На, нахуй, блять. Идеально, нахуй. Так чё идеально, ты сейчас выйдешь скоро, блять, и снова полетаешь? Не выйду я, блять. Ты выйдешь, блять, я составлю, блять. Тебе нужны книги? Пизда. Давай, блядь. Пидор. И тоже 15 голды не хватает. Ни разу не скрипт, блядь, ни разу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Опа, нахуй, сюда. Сюда. А, блядь, не скрипты, да, братуха? Нет, не скрипты. Снова 15. Опять это параша ебаная. Че мы еще не терпим? А, вон. А что у него Йона нет? Нет. Я ему не дал ему, чтобы он это... А он БКБ просто не прижимает, он не дебил. А, блядь, это... Давай, нахуй, заклад. Пуму заложил, я не его возродил этот. А, я арка забыл купить, ёбаный сыр, Макс. Я купил, вот только что поставил, нормально возродил шейкер. Нормально, у меня ТБ пошёл наваливать. Ох, блядь, ну с богом, нахуй! 6-4. О, пидорас. Опа, Макс, да, солнышко. Проебали, нахуй. Охуеть. Охуеть, блядь. Х2 кэшбэк, блядь. Капец. Даже Х3. Макс, ладно, похуй, ты видишь? У Гейнара 10 хп, ему вообще тупо похуй, в хату вылетает, перейдет. Кэшбэк, братуха. Хорошо, есть, блядь, есть. Покушал, братуха. Это мне! Поживился. Пиздата, поживился. Хорошо. Буду поживиться. Ну если сейчас кэшбэк не вернется, то, блядь, икра говно, блядь. Кого нахуй? Пизда, вернулся кэшбэк, блядь. Вернулся, да, кэшбэк, только... Какие нахуй 2000, блядь? Похуй. О, не скрипты, пацаны. Опа, не скрипты, если чё. Опа. Скриптов не существует в этой игре.
Смотри, сколько Вова у моего шейкера хп? 6-6-6. Где он? Нормально. Бля, пронесло, по-моему, да? Да, пронесло нахуй. Пидорас. Не полетал на самолетиках. Вместо Лотус Орба и Аганим. Чего? Да, ему за место Лотус Орба доедался Аганим с хаваны. Да никакой доедался. Экс-машина. О, машинка, да, Слава? Экс-машина выпала. А, Болисы-то нету в игре. Полицейный моя нахуй. Есть нахуй, хорошо, немножко живем, ебать. Блять, а кому дать это дерьмо? Сейчас хуяк 6-6, блять. Пидор, блять! Опа, кэшбэк, братуха. Пизда, сука, туда косарь, сюда косарь. Почти, братуха. Но это не скрипты, если что, я держу в курсе, это не скрипты были. Макс, а это чё лучше, что остались его камеры или гентрин попробовать вырулить? Опа, не скрипты, брат. Ну как хочешь, мне в принципе вроде гентрин нужен. Ну вот это, кстати, молот неплохой такой. То, что я именно её заапал и ты на неё встал, это не скрипты, если чё. Не скрипты. Он что-то третьего разряда, в смысле. Где-то про чё вообще. И это не скрипты, да? И это не скрипты. Не скрипты. Хочешь чихать? Третьего уровня. Нет. Тебя бисово валяется, кстати. Мио, достаточно. Арчит валяется. Тебя бисов не арчит. И это не скрипт, ебать. Сука. На Хьюго боссика. Да. Это, кстати, было слышно, нет? Нет. Блять. Рома, крит, он что думаешь? Только до дня. Наебал бомжа на бабки, блять. Чел, для меня это не бабки, нахуй. Блядь, тебе эта покупка не нихуя не дает. Типа максимум, что 40 голды будешь получать с этого, а переплатил сколько, блядь, 300 нахуй? Сотку я переплатил. Типа я не уверен, что тебе на дистанции вот это поле... А, так ты еще и, блядь, нахуй... Ладно. Ладно! А, не скрипты. Чихай, держи кэшбэк. Бля, у меня там шейкер просто его толпы. За Макдональдс. А где ману моей медузы? Чё, где мой этот, Аркван? Он тебя зарядил вообще? Ходу он умер уже. Бля, Макс, ты видел? У меня кентавр нажал хавахаммер, а там у тени было 3000 хп, он его стёр нахуй с карты. Ну. Сколько там дамажа, интересно? Где? А Егис? За Егиса 2500 тысяч, 11 тысяч в кармане. Новотель, блядь, на нахуй. Новотель, это мне. Это тебе, ебать. Хорошо. Чё, ЧХС, хочешь это, покушать? Портуха. Да сейчас мы вместе с ним перекинемся по гамбургеру, так сказать. Потом в KFC, да? Да. Потом на такси доехать до отеля. А потом до отеля, нахуй, и домой. Да, а потом ход назад, и можно на самолетиках полетать. И на самолетиках полетать. Алло. Алло. ЧХС, алло. Ты ходить будешь? У меня интернет пропал. Макс, а ты взял талант вообще, нет? Пизда. Покушал, всё, да, братуха? Да. Это не скрипты, если чё. Скриптов в игре не существует. Один пожрал, блядь, сейчас я нажрусь на... Опа! Три хода подряд, если чё, он встаёт на эту хуйню. Бля, так у тебя ж были бабки, нахуй ты сдаёшься, блядь? Так мне надо было ещё кредит платить, 5500. У него жопа сгорела, нахуй. Ещё кредит платить, ебать? А, воу, я думал, у тебя типа хватит, чтобы циферал попродавать. Чё, БХС, бомжа я бы крал? Чё, покушал, братуха? Не скрипты, нахуй.
Хотя бы сдаваться не буду, похуй. Скриптов не существует. Там выиграем. Я выиграю. Да мы что-то вообще прям... У меня в Бургер Кинге сейчас двойное убийство происходит. Макс, Макс, ты что, я такую не видел? У меня у Генавра было 20 хп, он перерезал землю хабокамеры, у него фул ебало. Только надо было лакосты тебе продавать, нахуй, ладно. Вывод над ошибками сделан. Блять, ты то же самое говорил, нахуй, в прошлый раз. И все равно мне нихуя не отдал. Не пизди, блять. Да-да-да, ты говоришь, блять, надо было этого... Что там, Твиттер или Фейсбук я хотел у тебя забрать, блядь, надо было дать. Да пизда, блять. Да честно, нахуй, что за Бургер Кинг, нахуй, 10к надо будет отдавать, это еще не пятый филиал, бля. Ты мне сейчас хату отдашь свою в реале. Я шейкер соты не отдал. Ты долбоёб. Да я много не вложил. И не проблема. И проблема. Капец. Пеноблок на масле нахуй, пеноклоп ёбаный. Пеношпак. Ну, так а чё? А ладно, без шейкера. Опачки, самолётик. Так у тебя два шейкера голод. Рома, я твою могилу устрою. Не, а мне шейкеры два раза возродили чистый. Сейчас если стану сюда, я говорю, ни разу не скриплись, и прям именно на Бургер Кинг наеду. Смотри. Без шейкера. Ни разу не скрипт, блядь, ебаный нахуй. Просто пидор, блядь, какая вероятность, ебать, да это пизда. Это не скрипты, зачем? В игре скриптов не существует, брат. Скриптов нету, блядь, просто разрабы по кругу каждому, блядь, крутят, нахуй, одному, потом второму, потом они, третьему. Они, по-моему, 5 кругов все вставали на этот, на Бургер Кинг. А, забей, блядь, забей. Ну, забей, нахуй. Так что, бомжи будете, нахуй, нет? Не существует. Ча, мы почти выиграли. Сохрани машину и так, что? Смотри на моего кентавра. Где он? Блять, ты вообще гений нахуй. Да. Дай ему огоним, короче. А, ну хотя у меня есть огоним. Да, не знаю, я хочу дать ему рефрешер за место шибы, наверное. У меня 74 стака на лишаке и 49 на линии чисто. Пустого. Бля, нормально. Там такой дэмэдж просто с ульты вылетает. О, такая музыка была пиздатая. 2000.